Кэт, слушай, всегда поражался таким людям, которые знают такое количество языков. Это русский, румынский, французский, английский. Какой, испанский еще, да? Итальянский. У меня была школа мала. Как Хогвартс. Мы выучили там все языка мира, кроме китайского. Сейчас жалеешь, что китайский не учил, да? Сейчас будет, знаешь, еду в Китай, знаешь, играть, я не знаю языка. Но... Ты что, в Китае едешь играть? Конечно. С Халком. О, Слава, знаете, а это... Ты сломался. Ну, сильно попал? Ну, сильно делал? Или не очень? Значит, сильно. Чуть не заплакал сам. Ты? Да. Смотрел, как получилось это видео. Это такой классный. Сафа хочет твой Range Rover за 4 миллиона купить, да. Сафа. Максимум 4 тысячи долларов. Сафа стоит. Твой Range Rover хочет 4 миллиона купить. Кого? Ну, 4, вот же, понимаешь. Майка? Да, твой кар, Range Rover. It doesn't matter, bro. I buy my car in new, when new people don't even have a bicycle. Сав, максимум сколько? 4000 долларов. Максимум твоя машина стоит. Максимум. Серьезно, что ты смеешься? Что, с нашу вен, привет передал. Кто? Юра, Леба. Леба? А ты где говорил? Ну я бил. Ладно, брат. Сава, я бил там. Сафа, мне buy my car in new in salon. You don't buy Leba. Твоя машина в салоне уже не стоит. When I buy my 6 лет. This is joke, I know. Если только в фильмах где-нибудь. Because when I buy car new, you don't even have a car. У него 11, да, Сафа? Сафа, your maximum car is 2010 or 11. Сколько ей лет? Максимум вот. This car go to my garage. I'm not like you. Продадим ее. Он говорит максимум. Запчасти как, Лех, приведи ему. Лоа, please help me. Лоа, please tell him. Tell him I don't want to sell my car. I want to buy. Hey, bro, I'm joke, bro. I know. Максимум. Разозлился. Видите, как Кенни разозлился. Свои машины. Видите, как Кеннер? Сейчас я тебе блок заведу. Не, давай серьезно. Я тебе сейчас серьезно сделаю. Легенду? А? Ты как Ким Кардашьян? Да. А? Как Стар, Кардашьян? Да, Стар. Блок, блогер. Николаевич. Ничего я не скажу больше. Леха Никити помог. Ну, это, на Кипре там носки, это, да, трусы там. У меня не было. Бел, ну, что, там все оставили? А? Тачек нет? Там, нет, мы там все оставили, да? Ну, я Скей забрал были. Там то новое, там Nike как-то у нас, и вот так, Калибра. Таких не было черных. Забрал себе, да? А? Вот это? Черное? Черное. Было, я принесил. А, блин. Да, да, да. Хорошо. Одни были черные? Три там были, вот такой, тейп дизайн. Я взял три вот так и три Nike. И еще два вот этого, по-моему, кроту, вот эту штанину. Ну, вот я и не дружу. Они все там оставляют. Знаешь, сколько в носки там было? Миллион. Вот это, Жома, я сказал, у меня еще брали билет, который нельзя сюда в багаж, поэтому я сказал, ну как, я свою которую могу. Willy, please tell him давай. You control with left, pass with right, but it doesn't matter. Давай. Надо принимать лево, давать право. Oh my god. Look better. Hey.
Паша, другая позиция. Паша, там два касания могут не дать. Время. Мало. Два касания, забить его ноги. Надо в одно касание в штрафной. Ну, Сапа, го. Ну что, мотор. Движёма? Движёма 3 литра. 3 литра, я же говорю, 3 литра. А, поэтому они... Вот, и на канале едет. Пошел, Жори. Да давай сюда. Оставляй. Ладно, донеси сюда и все. Я хочу камеру заберу. Люблю честный. Не, всегда так всегда, Жор. Вот так бы и в игре. Так бы и в игре, Аза. Давай, Саша! Что вы там выиграли? Саша, давай! Что вы там выиграли? Мы первый раз выиграли. Не, Богдан. Кубок ФНЛ выигрывал я два раза. Давай, готовы? Давай, подожди. Давайте с нами. Давайте, если хотите, с командой чемпионов фото. Кто вратарь? Давай вот так. Готовы? Эля, Глора, иди сюда. Чемпионы. А вы что, без вратаря играли? Давай, да. Массажисты, все сюда. Ты видео делаешь? Саш, аккуратно, Саш. Нет, и видео, и фото. Давай. Все, снял. Все. Команда легионеров, понял? Легенда. Команда легенд. Команда легенд. Без вратаря сегодня стали чемпионами. У Софы после Кубка ФНЛ это вторая победа. Вратари, они были и там, и там. Веру, гин ван тот. Гин ван тот. Странно, не вообще никак у вас, но одна есть. Да нет. 12. Там я наоборот старался. 12. Да не снимайте. Запомните эти уши. Скоро они прогремят на всю Россию. Понимаешь, тренер все видит. Я с тобой не спорю. Что ты, что слово сказал, пока я одно слово сказал? Я потом видел просто, что это ты, и остановился. Что ты? Как он наоборот бежал. Я остановился. Если бы это был не ты, он бы кому-то рубанул во время. Я остановился. Он не успел уже ногу убрать. Как так, заслуживал. Легенду рубануть, а подлетел. И так чуть-чуть уже подать. Хотелось, да, чуть-чуть. Ладно, а то сейчас ты сильнее стал, злее. Даже я 40 лет злее, довелся. Смотрю, ты там в центре кого-то толкаешь там. Честно, это не сказал или нет? Если бы он какого-нибудь Ваню Блякова ударил, то он бы сказал, да, это я. Не видно. Ну, хватит, ты тренер. Исвачкует. Греша, я тебя умоляю. Дай видео. Сапа, исвачкует. Вот просто чуть-чуть. Я уже увидел, что он... Ну, да. Я
Ваня, ты что, он безобидный? Он сказал бы, да, это я был. Чё? А этот потом месяц бы разговаривал. Фис, понял, да? А? Если бы он Ваню задел, он бы сказал, да, я задел, что теперь? А сейчас вы Реша, камера, все просит, свой полтун. Ты сто слов сказал. Он видел, что Реша не снимал этот момент. Как не снимал? Реша все снимает. Он себе в архив просто. Он смотрел, сейчас подговаривает его. Да. Смотри, как момент. Я бы на месте Реши уже продавал бы эти записи, да, Николай? Где вне игры там поднял, где нет. Да, уже можно. Да, там конечно, спорный есть один спор, спорный. На Кене. Момент надо сейчас посмотреть под камеру. Как раз камера стояла почти по линии. Когда Кене забивал? Когда Кене возмущался. Да. Посмотрим, он говорит, кто точно в рассаде. Да. Просто четко по линии. Да, да.